тут очень будет красиво. Сакуры, сакуры. Надо обязательно на сакуры приехать. Вот слева залив. Это вот, я не знаю, как он называется. И вот шарик, видите, вот там мы были. Это Роджерс-арена. Вон башни это телевизионные. Институт этот технологический. Бомжист. Вон башня вот этого. Она прямо из здания выходит. Я думал, она отдельно стоит. Тут вообще какая-то, не знаю, Манхэттен-стрит какая-то прям. Вообще такие здания красивые, да? Смотрите по сторонам. Вов, ты что не смотришь? Не знаю, ну что как-то неинтересно. Смотри, даже не видно конца и края. Тот Стэнли Парк тоже красивый. Прям деревья такие. Смотрите, вот, что это? Я не знаю, как можно не смотреть в окно? Это мы не то, что над речкой, это ж над этим проезжаем, как бы над... Океан, да? Ну, залив, но... Ну, то есть, ну, кусок моря вот отделили. Вон туда, по сути. Ну, это километр, не говори. Что? Сейчас это отключаться и все. Плюнь. Бегать тут прикольно. Получается где-то вон там этот самый Сеймур. А нам вот туда надо. Куда-то приехать сейчас. Так, там прямо. Это жилой район. Это жилой район. Вот так вот тут домики стоят. Какой жилой район? Тут этот самый Райан Рейнольдс живет. Да? Возможно. Окей, ладно, Хью Джекман. Он в Австралии. Какой? Он же из Австралии. Ну а чё, не может. А дома, кстати, маленькие какие-то. Хорошо, кто Брэд Питт. Только богатый район, что тут дорожек даже нету. Это ж каким нужно богатым быть. Если никто не ходит. То есть ты должен сесть на машину, доехать до беговой дорожки и там бегать. Ну, либо бегать здесь. Вон и деревья никто не подметает. Нищеброды. Да, кстати, птичка. Ну, сколько же он стоит? 10 миллионов. Точно. И машинка маленькая. Это рабы приехали. Два Мерседеса. Что с ним делать с таким огромным? Он еще какие-то. А убирать его как? Ну, прислуга там. Смотрите, какие-то. Да? Горничные. А ну, надо погуглить, чей это дом. Никто. По-моему, не чей, кстати. Летом. Так ощущение, что жара. И пыль такая. Как дом. Это соль на самом деле. Слишком солнечный день. Начало тропы. Это Сайпресс гора. Здесь вот получается у нас Холиборн Хайкер Аксесс Трейн. 5 километров туда-сюда. Опасность низкая. Да. Ну надо кошки, вот видите. Без кошек может быть и может неудобно бы. Так, в общем, решили идти без снегоступов. Посмотрим,
куда-куда дойдем. Потому что тут, конечно, такие скользкие вещи могут быть. Навернуться можно, да. Да? 5 километров возврат. No sliding. С no sliding нельзя идти. То есть с досками нельзя кататься. Вот. Ну, so far, so good. Как говорят американцы. Пока что все хорошо. Обычная дорожка, разбомбленная. Наступа, наверное, не надо. Но народ в кошках ходит. Ну, главное, чтобы не скользили ноги. Если лед будет, будем скользить. Но тут не лед, тут снег. Так что все хорошо. Это вот на лыжах отсюда скатывается, наверное, кто-то. Хотя, может, и нет. Ну как, Вов? Устал? Нормально. Нормально? О, нормально. А ты говоришь, что ты устал. Так, почти залезли. Вот такой у нас вид. Ну это что? Промежуточный этап только. Вот здесь. Какой сегодня день хороший. Нет, плохой, слишком яркий. Там все видно, весь пролив виден. Вот он, наверное, остров Виктория, о, Ванкувера же, да? А может и нет. Мы оттуда забрались. О, пока маленький привал. Без кошек, без снегоступов. Ну, вот тут на лыжах, наверное, народ спускаться может, да? Ну, наверное, нет, наверное, редко кто. Подъемников нет. Вот мы оттуда шли, получается, вот отсюда. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Идем, идем, идем сюда, здесь заходим. Вверх, и вот так вот сюда поднимаемся. И вот туда еще наверх надо идти. Еще вот туда и туда, и туда. Вон где люди, туда и туда. О, вот на беговых лыжах раз и поехал. Ой, блин. Водопад. Может и там проехать. На беговых? Вот на такой. Так это беговые. Там надо бегать прям. На карачках ползет. Магомед идет к горе. Дети есть? Нет, папа дает. Ой, передохнуть наконец-то. Можно для людей сделано. Ну да, можно переждать непогода, да? Какой домик уютный. Ага. Это реально что ли специально для людей сделано? Нет, это снегом замело. Смотри, как удобно. А ну да, я залезу. Ну давай, залезай. Ой, я скатаюсь. Давай, залезай. Ой, тут щипы. Сейчас точно там медведь спит, он как раз там, какая горка. Постучи, скажи, anybody home? Ничего. Вдруг откликнется. Юра, пожалуйста, с палкой там не надо, аккуратно. Вдруг медведь выползет. Юра. Отдай. Не балуйтесь, пожалуйста. Промежуточным японцем. Вон как спускаться надо. На полка раз и поехал. Очень удачно. Сейчас еще чуть выше, и там такой красивый вид будет. О, не может, да. Уклон хороший здесь. Палку дать?
печенька дать? Не. Дай печеньку. Не. 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 Тут народу много, нельзя кормить. А, она говорит, можно. Прыгай ты. Вот, там желтый снег. Желтый снег, есть снег. Полетел. Какой вид, да? Подошли, жарко было. А сейчас все замерзли. Зато вот такой вот у нас завтрак. О. Завтрак? Да бери уже, господи. А что там? Сосиска. Ага, сосиска. Упала, что ли? Да, у меня упала сосиска. А, ну, подальше кинь. Короче, вид у нас на $1000. Нет, видишь, значит, 10. Мы всегда правду говорили, что птица. Так, дубль 2. Вову не засняли? Ну-ка не тормози, быстро едь. Ну, а что, клевый путь. Не, Юр, тебе не надо, у тебя джинсы. У тебя джинсы. А я хотел это самое. На кульке. Не, я тебе могу кулек дать, на кульке можешь съехать. Улепет твой. Ходи ногами. Улепет. Да, ты скажи, хорошо. Такая скорость на попе, жесть вообще. По очереди. Да садись, что ты идешь? Ты сейчас упадешь. Звук. Ну, кто-то ездит с горки. Не, другой звук. Провода звучат. Или краток. Фух. Все, уже вниз спускаемся. Вышли на финальную прямую, можно сказать. О, туда. Он, правда, свет отсвечивает, капец. Но вот там прям, смотри, какой большой залив, да? Вообще, шикардос. Свет прямо светит. Я не вижу ничего. Да, отсюда, конечно, вид офигенный. Виден залив такой большой. Весь склон весь туда видим. А то там остров Виктория получается. То есть остров Ванкувер с городом Виктория. В рольную сходить, да? Что за шины? Короче, салатик $25. Спайс свити большая $25. Так, а роллы сколько? А роллы специальное меню. Выберите 3 итема $16. Успешный поход. Нет, за окончание моей школы. Первого семестра. Не школы, а семестра. Давай, ну и за вылазку на гору первую всей семьей. С Юрой. Магистрали тоже. Что это вообще? Мисо суп. Просто водичка, бульончик. Это типа просто вода. Да, Юрий, попробуй. Это просто вода? Ну, бульон, нет. Вообще туда рис можно еще класть. Это пахнуло. Я бы это сделал чуть попустее и получил бы соус. Ну что, вкусно? Идеальный. Что-то оно напоминает мне. Напоминает морепродукты. Видишь, морепродукт. Нету здесь. Ну, бульон. Сначала их отваривают, а потом ты... О, тофу. Чтоб ничего не выкидывать. Удон, да, получается? Ты удон заказывал? Да. Ну вот, это полпорция у них, полпорция. Это с бифом.
И брокколи. Ну, суп надо съесть, а все остальное можно забраться. Это роллы, да, получается? И салат. Так, ну что, давай, о, пробуй. Еще соус надо. Калифорния роллы, да? Это соус. А, соус. Так, соус надо, да. Так, а что у нас еще? Это у нас комбо. Это вот, глянь, это с тунцом, а это какие-то еще с чем-то, ну прикольные вроде. Так, ну это суп мы уже показывали, нигири и салат. Так, суп мы уже попробовали, вкусненький. Еще салат, но он тут сырая. Побольше, да побольше. Так, сюда ж надо этих самых зеленой гадости этой. Ну что, как салат? Это пиво. Из сырой рыбы. Салат из сырой рыбы. Не забрали у нас это. В принципе, роллы норм. Норм, да? Норм. Норм. Рыба, а что это за рыба? А что это за рыба? Это какой-то кальмар. Резина? Его надо весить. Осьминог. Ну как, нигири. Это суши, это суши. Ну, это нигири, это... Нигири, да, нигири называется. Вообще, кстати, по-японски онигири, да? Типа того. Сейчас проверим, ядрёный это васаби или нет. Так, так не едим. Это не васаби, это хрен. Да ты так, давай уронишь, давай я. Опа! На. Короче, все вкусно, будем доедать.